У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Чисто играли, как всегда! А тот же Ган мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первой вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют на! Непонятное вышло конкретно! Зуб даю, не при делах я! Если чё, за меня бобёр мазу тянет! Ты не шмаляй только! За кекс вообще? Открыли бы что ли? Может, бобер в оркестр не занес или чё? А мне теперь чё, огребать за него, да? Хоть бы не шмальнул мне. Хотя чё его, я же чисто бармен. Кто в бармена стреляет? Честная разборка была, я реально не при делах.
Ух ты ж, гляди, еретик! Уходи, чужак! Опасно здесь! Пришли! Пришли! Глядите, ну, идите сюда! Глядите. Не возьмете нас, бесы! Вера наша хранит нас! Господи, спаси нас и помилуй! Отгради от нас и свет свой! И обрати его на слуг нечистого! И обрати кости врага против слуг его! И покарай их праведным гневом! И гневом тебе вовеки! Мама! Еще! Сколько угодно пытайтесь! Не победить вам, пока нас вера за святые обереги берегут! Господи, спаси нас и сохрани! И убереги от ока нечистого! И избави от дыхания его смрадного, электричества называемого! И от технологии, чем дыхание порождает! Дай нам силу нести слово твое, и волю твою, и повелению твоему уничтожить слуг нечистого и демонов его, и превозмочь на поле брани, и вознести хвалу тебе! Ушли! Отступили демоны! Не устояли перед верой истиной! Мы прошли испытание! Уберег Господь! Уберег Господь! Ура! Господи, владыка на небесах и на земле, тебе хвалу возносим, ибо ты вдохновил нас и дал нам силу изгнать электрических демонов нечистого. Да светится имя твое, и да утвердится воля твоя на земле, как ты утвердил ее на небесах во веки веков. Аминь.
последняя кассета. Постараюсь растянуть ее подольше. 20 сентября. Сегодня в совет приперся проповедник. Нес какую-то ахинею про то, что мы все выжили по воле Божьей, и что шаровые молнии — это наказание за наши грехи. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята погибли. Ну ладно. Так мало грехов. Еще и бороться с ними надо молитвой, постом и оберегами. А эти-то уши развесили. Хорошо, хоть Роман его выставил. А то я уже Силантия этого за шкирку хотел. В общем, систему громоотводов из-за мракобеса решили отложить. Пусть свои обереги в деле сначала покажет. 27 сентября. А Силантий-то не так прост. Его обереги, громоотводы и есть. Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные, кто там их слушал? А этот Бог сказал так делать, и точка. И что ты думаешь? Вчера три молнии обезвредили, без потерь. Роман только недоволен, чудак-человек. Какая разница, какого цвета кот, если крыс ловит? 5 октября. Силантий прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молнии определенно реагируют на технику. А без большого генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Проживем и так. 7 октября. Роман мертв. Сом. Да, может быть, не стоило выводить народ. Можно было постепенно как-то. Да, утопили нужные вещи. Ну, бывает. Но при народе лезть в реку, устраивать скандал. Понятно, власть уплывала у него из рук. Но поднимать руку на Силантия. И ведь все, как тот говорил, все. 31 декабря. Заканчивается пленка, заканчивается год. Если будет на то воля Божья, злоключения наши закончатся вместе с ними. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит, и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Да и электричество, как говорит отец Силантий, грех.
козлы валят!
Накапливается в иле и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентосные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели.
Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали. И напротив, по темпам роста, превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов.
Yeah.